умелые ручки, талантливая мастерица, творческая личность с богатой фантазией – все эти эпитеты отлично подходят нашей героине Христине Олеговне Потаповой, учителю технологии, которая работает в школе Арктика с самого основания. Я начала работу воспитателем. И около 5 лет у меня была община, Юкте называлась. Но я только там начала работать с детьми, и мне так это нравилось. Даже в выходные мы приходили работать. Тогда мне было 26 лет, когда только начала здесь работать. И мы даже не знали выходных, праздников, все время тут с детьми. Раньше 6-го же класса было, и у меня как раз были 6-классники. Я их до сих пор знаю, они в моем прямо в сердце, как ну, первый вот, состав. Виктория Петровна меня заметила как руководитель, как наставник. Она меня вела и направляла, и всегда вот, поддерживала мои идеи, всякие проекты. Я как-то там раньше вот, ну, особо не шила. Просто вот изнутри меня выходило. Конкурсы там всегда, модели, вот это украшало все, оформление. Вот больше на это как-то у меня было. Творческий подход очень. Но у меня, может, и это я раскрывалась. Да? И когда у нас было 5-летие, с Первомайской директор, когда 5-летов, да, когда я приезжала, он подарил Виктории Петровне книгу. Вот, «Подарки из кожи» называется. Тут прямо написано. И Виктория Петровна мне вот эту книгу подарила, да. И все началось с этой книги. Я прямо всю ночь прочитала, там пролистала, и у меня вот загорелись глаза. И вот любовь кожи, замши, вот рукоделия, вот аксессуары, все вот отсюда началось. Ну, идеи, свои замыслы беру от книг. Нынешняя наша администрация, да, в голове Марии Николаевны, тоже всегда поддерживает меня. Все проекты, которые я вот задумываю, всегда поддерживает. И материалом, и морально. У нас дети приезжают очень талантливые. Они сами даже не знают, насколько они талантливые. Катрина Августина Трофимова, Саллайхи Чакурдаха, вот она настолько талантливая. Вот она и говорила, что она не знала до тех пор, пока сюда не приехала, не попробовала все, она не знала, насколько талантливая. Я ей всегда говорила, попадешь в хорошие вот руки, да, руководителю, наставнику, вообще тебя пойдет, говорю. Она и скульптором, очень скульптор, она и художница была, и она и мастерила, пела, она очень красиво рисовала, да. Вот у нее вот коллекция, вот которая, вот коллекция, тоже очень призовые места, в «Солнечном олене» заняли там 3-е место среди взрослых. Только Катрины, вот коллекция, и Манра, духи Акел называется. Идея коллекции Иманра духи Акел, когда она училась в 11 классе, она подошла и говорит, я хочу создать коллекцию. Ага. И вот идея вот как пошла из кинофильма. Иманра это девушка, и вот его братья. Они ее оберегают, защищают. То, что вот объединяет, да, вот эти передники, они разного цвета, но все одной формы. Но тут они разные, ну как и люди. И вот она сама же, вот Катрина, вот все вот это рисовала, все вот создавала. Ну, я как руководитель, да, ей вот помогала. Основу сама делаю, ага, а эскиз вот Катрина. И вот маленькие вот эти детали, все вот сама. Даже вот эти мальчики, да, все, вот они вместе с руководителем Анатолием Николаевичем сами делают. Первый конкурс, который районный, ежегодно здесь проходит, фэшн. И мы здесь участвовали и заняли гран-при. Катрина потом, она же давно выпустилась, она сейчас работает у себя в Чакурдахе, специалист по молодежи в ДК работает. И
прошлом году, после Нового года, она мне позвонила и попросила костюмы, что вот у нее будет первый концерт. И вот она хотела бы это костюмы. Конечно, я была очень рада, я всегда поддерживаю своих учениц, и отправила. И она там сделала, конечно, фурор. Суздаловой ладушки, вот которая вот она, Саленька, она это в 8 классе еще была. И вот, вот ее коллекция. И она мечтала создать коллекцию. И вот как раз ездили они в Благовещенске. И вот как раз снялись, и вот перед, под вывеской «Мечты сбываются». Ну, все прямо как оно должно быть. Сначала мы здесь с коллекцией куклы с Ладой здесь на районном конкурсе здесь завоевала на гран-при. Это дало нам дальше участвовать в международном конкурсе «Солнечный олень», потом «Солнечного оленя» на всероссийский еще на Благовещенске участвовали. Там тоже третье место она занимала. Всего у нас тут 4 коллекции готовых. Вот первая коллекция, которая называется «Герои венкийского эпоса». Я тоже взяла это с книги, с Казани наших венкийских сказителей. Угу. Тоже ну, много призовых мест. Еще есть проект «Мой оберег». Это каждый ребенок, который приезжает, делает для себя оберег по национальности. Вот девочка Юка Гирочка, вот она сама себе сделала вот такое украшение. Угу. И Венкийка Вероника, тоже вот украшение. Долган. Угу. И Эвен Ганя Суздалов наша. Нет, вот ребятам делает одноклассницы. Ага, которые девочки. Ага. И когда вот проект мы делали, да, вот Танюша Вельвина вот для себя сделала из мамонтового бивня украшение. Очень, ну вот, вот талант ее вот там проявилась, да. Вот эта девочка сейчас учится с ФФУ в северном отделении, чукчанка, который сейчас один комплект в музее, и вот накосник, да, и еще второй комплект вот у меня. В стенах школы «Арктика» дети начинают приобщаться к своей национальной культуре. Приехали в 10-м году девочки, и они прямо с таким интересом делали свои национальные... Ну, интерес такой был, да? Юка Гирочка, вот и Венкиечка, и Веночка. И они вот прямо этот... И потом мы начали с ними изучать юкагирский костюм, ивенский костюм, ивенкийский костюм. И прямо вот сначала у нас было 5 костюмов. Вот 5 народов для девочек. И как-то мы это все прямо, ну, легко так это... начали делать. Приходили по вечерам, тут делали чай, пили, шутили, так разговаривали. И так вот у нас изготавливались костюмы. Это было в 10-м. Девчачьи костюмы уже у нас были. И потом вот в Казани у нас как раз был проект по школе, целый, который по сказанию всесильный богатырь Девельчан, разукрашенной одежде. И я начала читать, изучать, и к этим девушкам богатырей сделали. Ну, это для того, чтобы... Почему обычно всегда девочки выходят, да, красуются, модели, вот девочки, чтобы дух наших парней... поднять, мы начали делать богатырей. Они сначала, ну, мы прямо девочкам парам, вот пары начали делать. И у нас их получилось 10 костюмов. 5 девочек и 5 для мальчиков. И они вначале как-то нехотя моделировали для нас, ну, на сцене. Вот они думали, вот модели, это не мужская работа. Ну, вот как-то вот так... Ну, я их прямо так, вы богатыри, у вас такое достоинство, энергия должна быть такая, тан-тан-тан, вот их поднимала дух. И потом, в конце концов, сейчас они с удовольствием ходят, уже прямо сами даже
приходят так, Христина Олеговна, у меня модель, запишите, пожалуйста. Ну, вот так. И они с удовольствием одевают уже костюмы наши. Я же сама и не художник, и не закройщик. У меня все выходит оттуда. Не знаю, откуда это все, но прямо вот могу ночами не спать, прямо это все крутится. Утром такая могу стать, как будто отдохнула от этого даже спать. Ну вот, вот эти идеи идут, и с радостью вот прямо иду на работу, когда в свой кабинет захожу, здороваюсь с своим кабинетом, и начинаю тут творить. У меня вот это. Я, как сказала, не художник, да, не рисую, но я делаю детям такие конкурсы, много же конкурсов было, конкурс рисунков. В прошлом году, например, год матери, дети рисовали своих мам в образе, какими они видят, хотели бы видеть. И там были работы, которые даже Мерлин Монро вот, нарисованы, императрицей какой-то, вот, египетской царицей, вот они хотят, просто простой мамой такой, это, с пирожками, ну вот как-то так. Вот очень много, около 30 работ есть такие. Годы педагога и наставника мы начали тоже конкурс рисунков «Мой любимый педагог». Это уже было к 8 марта, как бы подарок своим учителям. Главным помощником, единомышленником, соавтором Христины Олеговны является ее муж, учитель труда в школе «Арктика» Анатолий Николаевич Потапов. Коллекция называется «Герои венкийского эпоса. 5 девочек, 5 мальчиков». Вот костюм шитый, вот Девельчан стоит, сам Сесильный, разукрашенной одежде. Шит он из кожи замши фабричного сахабулта, да, вот. Куруму. Мастерица, которая в Алдании у нас, это моя тетя Надежда Михайловна. Вот она шьет. Она до сих пор нам очень помогает это шить обувь. Угу. Венкийские обувь. Вот девушка у нас Скеладий. Тоже фабричный. Вот, натуральная замша. Соболя. Украшена вот вставками замшевыми. Ага, щиты. Ну вот как они богатыри, поэтому этот... Ага. Чем работаете с щитами? Орудия, да, и вот щиты, вот которые... У меня супруг здесь, вместе с супругом Анатолием Николаевичем, вот, ну, в тандеме работаем, ага. Вот железки там всякие, вот это он с мальчиками делает. В жизни не всегда все бывает гладко. Как и многих творческих людей, у меня бывают перепады. И бывает, вот, ну, чего-то это не хватает, что-то вот так. Тоже вот от детей вот эту энергию, да, вот это хочешь. Иногда у детей тоже не бывает что-то вот так. И такое вот время, вот упадок, да, вот прямо полгода у меня как-то было, я вот себя неудовлетворенно чувствую, нереализованность какая-то вот это было. И когда я вот поехала в Благовещенск на чуток там подлечиться, я взяла вот эту книгу. Я там за три дня прямо все прямо прочитала, и у меня все вот это пошло. Я там своей, которые вместе там лежали в больнице, все рассказываю без остановки, как, что я увидела. У меня маленькая бумажка была такая, я там все писала, вот герои, вот и все отсюда вот героев взяла для этой коллекции. И у меня вот пошли. Вот герой у меня Синкен. Вот в таком образе он у меня, я увидела его. А потом вот Коршун, который возлюбленный Хорокдо. Коршун, который возлюбленный, да, человек же был. Потом он, когда потерял кисет, который подаренный Хорокдо, он превратился в Коршуна. Вот он в таком вот виде. Вот богатырь Боконго,
который можно его встретить в лесу, в зимнем, таком холодном. И он, когда его встретишь, ну, дух, да, он же, когда его встретишь, у тебя вот силы, вот как-то вот это прибавляется, скорость, когда вот его, который встретил человека, он никогда, ну, не пропадет. Угу. А это Атакичан Умушликен, который спасает души людей, которые тоже попадают в какие-то неприятные случаи. Он бросает свой маут, и человек хватает за маут и вытаскивается оттуда. Вот, вот они сидят все. Вот девушка наша Хорокдо, которая возлюбленная Коршун, ой, Сигачана. Вот такие образы у меня возникли вот идеи с этой книги, ага, «Рождённые под небом Бука». И коллекция называется «Рождённые под небом Бука». Я же педагог, с детьми работаю, и я вот эту всю идею рассказала своим детям, которые... И вот двое девчонок у меня подхватили, Никифорова Жанна и Гоголева Сардана, и они сделали эскиз по моим, ну вот, рассказам, эскиз сделали. По этим эскизам мы здесь участвовали тоже в районном конкурсе фэшн, и тоже заняли первое место по эскизам. И нам сказали, чтобы мы в следующем году обязательно уже с коллекцией готовой участвовали в конкурсе. По эскизам детей я начала делать, это в конце мая начала и до середины июня. У меня один месяц. И вот бывает, да, вот не получается, да, а тут прямо как, прямо все в точку, все, даже цвета, все, вот иногда вот бывают сложности, да, вот такой свет, как вот обыграть, он и так яркий, да, вот окрас цвет, как его обыграть, чтобы он стал еще ярче, и вот цвета, вот тут желтый, зеленый, вот бирюза тут есть, ага. Ну вот крылья. Как вот сделать синкене, он же насекомое, и как сделать, чтобы вот тут крылья у него, чтобы насекомое и крылья не такие тяжелые были. И там как раз такая кожа мне попалась, тоненькая такая, легкая, и цвет подошел. Ну, все прямо подходит. И тут вот обувь, да, тоже вот узор... Треугольник, и здесь треугольники, и тут треугольники, и здесь вот эта норка такая крашеная, ну тоже очень так сочетает, гармонично очень. Вот этот парень, да, тоже, ну все, тут вот столько вот этих перышек делала, тоже это было. Ну я всегда работу делаю хорошо. Стараюсь делать. Я думаю, у меня получается. Ну, дети же наши современные все равно. Мы же не все должно все старое. Новое что-то должно у нас, современное, да? И основа традиционная. Вот кафтан, да, у нас как бы фракообразный, это традиционная. Обувь тоже традиционная. Но здесь украшения чуть уже осовремененные, да. Вот паук. Вот человек-паук же, мультики, ну, фильм же есть. Вот идея тоже оттуда идет. И дети вот с удовольствием одевают. Вот позы, да, которые вот они делают, это тоже с этого кинофильма, да, «Человек-паук». Получается. Но мы на Байкале, на Суглане были, на Большом Хэгде, да, в прошлом году. И там вообще мы со сцены, когда начали награждение, коллекции «Рождённые под небом Бука», коллекции, все, выходим. Я аж говорю, о, стало даже. Фурор. Фурор, да, там тоже очень такой фурор был. И это фотографии, снимки были прямо на Байкале. Вот видите, как и небо, и Байкал.
планы в этом году у нас продолжение этой коллекции героев-то еще герои есть, идеи есть, желающие тоже есть, которые будут делать уже с детьми. И будем, материал все у нас есть, поддержка есть. Мое кредо, да? Не жди чудес, а чуди сама.